Всем привет! Добро пожаловать на канал Мыло Оп. И сегодня я хочу сделать обзор косметической Мики Golden Luster Green. Фасовка 3 грамма. Ее поставщик Германия. Мика имеет такой мелкий-мелкий состав, маленький такой порошочек, который очень красиво блестит и переливается как на солнечном свете, так и при свете ламп. Ее добавляют в декоративную косметику, такую как тени для век, румяна, пудру. Также можно добавлять в блеск для губ, в саму помаду. Не обязательно даже делать помаду, чтобы добавить туда мику. Можно нанести на губы помаду или блеск для губ и сверху немножечко пройтись микой. Получится очень красиво, будет смотреться оригинально, губы будут блестеть. Также можно добавлять лак для ногтей. Прям в обычный лак добавить немножечко мики, перемешать, и он будет так нежно-нежно блестеть. Также можно добавлять, например, в декоративное мыло. Мика прекрасно смешивается с мыльной основой, с другими компонентами, ингредиентами. И ваше мыло будет красиво мерцать, и в зависимости от того, сколько вы добавите туда мики. Можно добавлять даже в парафин. Будут у вас красивые свечи. Мика смешивается как с парафином, так и с воском. Можно украшать, например, фигурки из полимерной глины сверху. Тоже найдет как декор. А также можно придумывать различные, например, даже аппликации, если ребенок будет делать, тоже можно посыпать, и будет смотреться очень интересно. Я хочу показать ее немножечко ближе. Вот такая у нас коробочка. Вот так открывается. Вот можете убедиться, какая она блестящая, как она красиво переливается. У нее такой приятный цвет. Спасибо, что посетили мой канал. Не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться. До новых встреч!